Алейкум, приветствую всех. Сегодня у нас на повестке дня так называемая каменная арка, которая находится в Галичевском районе. Давайте начнем. В общем, на этом пока остановимся, надо, чтобы все подсохло, тогда будем уже детализировать. Так, вот. Что у нас получилось? Это всего лишь заготовка. Так, через день-два продолжим, когда подсохнет. Это у нас Галичевский район. Каменная арка. Все. Всем удачи, до новых встреч!